Ребят, перед началом видео рекомендую подписаться на мою ТГ-группу и ВК-группу по Watcher of Realms. Сейчас вы увидите QR-коды, всплывающие на экране, плюс есть ссылочки в описании. Ну и по видео не забудьте отреагировать, поставить лайк, дизлайк, подписаться, может быть, колокольчик поставить. Ребят, всем привет! Показываю стратегию прохождения 1.19 без перекача и легендарных массовых героев. Здесь у нас используется Валькира, ее можно менять на... Ну, соответственно, мерзость. Что важно знать, сначала ставлю Валькиру, потом Осень. Там есть сет, который увеличивает атаку на 10% с 2.19. Он падает, не принципиально, можно без него, он просто облегчает прохождение. Я проходил без него, но, к сожалению, запись не осталась. Как видим, первую волну мы сносим, как только ставим Маула, мы ультуем и сносим первую волну. Здесь мы ждем этих мобов, то есть сейчас мы пока что не ультуем, ждем аккурат, как мобы только-только начнут подходить. Вначале мы ультуем Маулом, то есть морозим, ну и дальше всеми остальными ультуем, и эту волну мы тоже выносим, там с горем пополам, парочку в конце остается, мы их добиваем в самом-самом конце. Главное, не обращайте внимания на полоску зова джунглей. В принципе, уже персонажи на, так скажем, мы им нанесли уже урон, и на эту полоску обращать внимание не стоит. В том числе, когда у нас уже жирные потом мобы пойдут. Какие основные проблемы, с чем я тут сталкивался? Я уже сказал, что Валькиру можно поменять на мерзость, и тут она умирать не будет. Здесь пришлось ставить Эзрина. Если честно, он, конечно же, меняется на аналогичных магов, ну, в смысле, целителей. Но она, конечно же, с ними помирала, потому что на 60-х у меня эпических целителей не было, а Эзрин на 60-м, поэтому я его использую. Там у него, конечно, навыки, которые не дают Валькире умирать. Очень часто, вот когда эти жирные мобы выходили, Валькира уже умирала. Тут вы видите, что я убираю Осень, она свое отслужила, поставил Лорел и сразу же ее откатил, то есть она ярость всем поднимает, Лорел тоже в сете, который бустит атаку. И тут мы пытаемся накидывать как можно больше урона. Если вы заметите, я уже тут не в попад начинаю ультить, то есть Валькира ультит, потом Иона чуть позже начинает ультить. Секретик есть еще у Ионы, ультить надо, ну, то есть вы ульту включили, одну секунду ждете, и остальным начинаете ульту включать, там проигрывается анимация у Ионы. Тут я уже играюсь Лорел и Осенью, то есть я убираю Лорел, ставлю Осень, Осень уже успевает откатиться ее ярость, я ультую ярость, вернее, ультую Осенью тоже там условно не в попад, где попало, то есть тут самое главное нести как можно больше урона, то есть можно не соблюдать даже очередность ульты. Но главное, чтобы хотя бы один из дэмэдж-дилеров, это Иона, либо Валькир. Здесь я Валькиру сделал основным дэмэдж-дилером и по шмоту, и в принципе по расстановке, как вы видите. То есть если вы делаете Иону, то сначала надо ставить Иону, потом Осень, да, а не Валькиру и потом Осень. Вот это достаточно важно, чтобы облегчить вам проход. Если у вас нет этих сетов, скорее всего, вы пройдете, ну, раза так сотого, да, то есть надо много-много-много пробовать. Я, честно, много пытался, прошел, не с первого раза и не с десятого раза, говорю, очень много попыток было. И с этим сетом прошел, и не с этим, пробовал разные тактики с Мари, то есть без Волки с Мари, без Лорель чисто с Осенью, просто с Лорель без Осени, то есть, ну, в итоге получилось все совместить, и, в принципе, Мари тут оказалась, ну, не имбой, то есть я всегда пробовал сначала тактики через Мари, через заморозку, через контроль, через жадность, но они не работали. Здесь мы видим, что очень много внесла Иона, то есть почти как Валькира, очень много внес Маул, а это эпические герои, это не легендарные маги, конечно, если у вас есть Хамит или Вьерн, вы пройдете гораздо проще с этой тактикой. Ну, а теперь я показываю все сеты, все навыки, все артефакты. Это очень важно, чтобы у вас было именно так. Там может буквально не хватать там 10% урона, и уже зов джунглей будет вылечивать тех мобов, которых мы убили при этих параметрах. Это надо понимать, ребят. Ну, я сейчас показываю всех персонажей, все их прокачки, тактику прохождения я показал, тайминги показал. Вы досмотрели видео до конца, вы были на канале TKS Party. Спасибо за внимание. Не забудьте отреагировать, поставить лайк, дизлайк, колокольчик. Здесь бывают стримы. Ну, а гайд написан ради вас, тех, кто пытается 1.19 уже миллион лет пройти. Все, всем пока-пока. Я вам еще покажу альтернативное прохождение от Hope, это подписчица. Здесь через умирание Валькиры, через Мэри, через Лайтлока и без Волки.
Вот. Но и, кстати, без осени, и только Laurel используется. Приятного просмотра.